В этом учебном году в среднюю школу номер 11 города Каракол поступили 311 первоклассников. Всего здесь будет обучаться 2800 школьников. Для безопасности детей и педагогов в школе строго соблюдаются санитарные правила, начиная от дезинфекции помещений, заканчивая антисептическими средствами. Первоклассники были приняты посредством электронной очереди. В каждом классе будут учиться примерно по 45 детей. Будут соблюдены все санитарные нормы, прописанные Минздравом. Для этого мы установили санитайзеры. Регулярно будет проводиться обработка помещений. К работе приступил и профессиональный лицей номер 2. Здесь будут обучаться мастера сельскохозяйственного производства, радиомеханики, пчеловоды, сварщики и другие специалисты. В этом году учебное заведение открыло свои двери более 300 студентам. У нас в колледже учатся 500 студентов, обучаем по 12 направлениям, таким как автомеханика, слесарное дело, ремонт авто, швеи, повара, официанты и другие. Подготавливаем кадры для работы на месторождении Кумтур. Срок обучения от 3 месяцев до 3 лет. Новый учебный год для школьников села Арал Тохтаяна и Кочу начался с хороших новостей. В селе Арал и Кочу детям построили новые спортивные залы со всеми удобствами, а в селе Тохтаян заработала новая школа. Спортивный зал в селе Кочу и школа в селе Тохтаян были построены за счет госбюджета. Строительство этих зданий затянулось почти на 9 лет. До этого года были построены только отдельные части объектов. Оставшаяся работа завершилась за 4 последних месяца. Спортзал в селе Арал был возведен за счет фонда развития Исыкуля. Отметим, в Иссык-Кульской области в этом учебном году открылись еще 4 школы и 2 детских сада. В фазе строительства находятся еще 22 учебных заведения и 10 дошкольных учреждений. Кундуз Кадатаева, Айслуа Асанова, Джахшылык Чуртонов, ЛТР, Иссык-Кульская область.